В наше время на $1 ничего не купишь. Но у меня есть секретная идея, как на $1 можно купить неплохой робот-пылесос. Для этого всего лишь нужно расписать доллар, найти коллекционера из США и продать ему эту работу за 10 тысяч рублей. Вуаля, и все довольны. И доллар на полке не пылится. Человека из США мы порадовали. Ну и, конечно же, получили деньги за свою работу. Просто прекрасное вложение доллара.